В Жамбылской области за 5 месяцев было проведено 1800 незаконных проверок предпринимательской деятельности. А больше всего таких фактов отмечает прокурор в сфере естественных монополий. Надзорным органам пришлось защищать права 980 предпринимателей. К ответственности привлечены свыше 70 чиновников. Нами охвачены сферы предоставления услуг коммунальными организациями, а именно в части предоставления выдачи технических условий на подключение объектов предпринимательства. По внесенным актам около 1000 прав субъектов предпринимательства были восстановлены, а именно излишние требования коммунальных организаций были отменены и предпринимателям предоставлены технические условия на подключение.